Здравствуйте, я рада вас приветствовать на своем канале. От всей души поздравляю с наступающими праздниками и предлагаю приготовить очень интересную и вкусную закуску. Многим она, наверное, уже известна, а кто не пробовал, обязательно попробуйте. Закуска идеальна, когда уже все салаты надоели. Ну а готовится из самых простых ингредиентов. Точное количество будет написано под видео. Ну и начинаем с отварную свеклу. Мы нарежем кубиками. Скажу сразу, вариаций данной закуски действительно очень много. И каждая хозяйка готовит ее по своему вкусу. Я предлагаю свой вариант. Надеюсь, он вам тоже понравится. Ну что, свеклу мы нарезали. Далее берем глубокую миску, в которую нам будет удобно все перемешивать, и отправляем свеклу туда. Но для того, чтобы наша закусочка получилась очень красивой и все остальные ингредиенты сохранили свой цвет, мы отдельно нарезали первую свеклу, добавляем 1 столовую ложечку растительного масла и все хорошенечко перемешиваем. Так свекла не окрасит сильно все остальные ингредиенты, и закусочка будет очень красивой и симпатичной. Далее нарезаем лучок. Я буду использовать сладкий лук. Ну а под видео будет рецепт, как вкусно замариновать лучок, если вдруг у вас не получилось найти сладкий лук. Далее добавляем горошек. Горошек добавляем по своему вкусу. Мне нравится, чтобы горошка было много. Ну и теперь, наверное, один из самых главных ингредиентов – это наша сельдь. Следочку я покупала уже филе, сразу разделанную, поэтому костей у меня достаточно здесь немного, но для тех, кто будет брать неразделанную следочку, тогда ее лучше разделать, убрать косточки, заранее подготовить и нарезать вот на такие кусочки. Толщина кусочков, ширина, вернее, примерно 1 сантиметр. Все это отправляем к нашей закусочке. Ну вот и все, практически вся наша закуска уже готова. Ну а нам останется все хорошенечко перемешать, чтобы все наши ингредиенты перемешались, и добавить масло. Можно добавлять просто обычное растительное масло, а если кто любит, можно добавить масло растительное с запахом. Ароматный вкус будет очень ярко выраженным и аппетитным. Ну а подавать ее можно с любым блюдом. Она идеально подойдет как закуска, да и как салат, как вариант подачи селедки на стол. А можно выкладывать на черный подсушенный хлебушек. Будет очень вкусно. Ну а всех сердечно благодарю за просмотр. Поздравляю вас с наступающими праздниками, с Новым годом, с Рождеством Христовым. Благодарю вас за ваши лайки, за ваши комментарии. Спасибо, что подписываетесь на канал. Мне это очень дорого и ценно. Всем приятного аппетита! Благодарю за просмотр.